Уходи. Я не уйду, пока вы не посмотрите фильм. Дамы и господа, это чудо. Нет больше слов, чтобы описать события, произошедшие в Москве страшной зимой 1941 года. Когда непобедимые нацисты были не только остановлены, их заставили отступить уставшие и израненные русские. И все это было чудесным образом запечатлено на камеру. В документальном фильме «Разгром немецких войск под Москвой». Я нашел первого номинанта. Нацисты не остановятся, победив Европу. Они придут к нам. Оставлять вас в Москве опасно. Немцы в 30 километрах. Возможно, линия фронта пройдет по улицам Москвы. Все студенты подлежат обязательной эвакуации. Остаемся! Правильно, да! И Оскар за лучший документальный фильм получает... Разгром немецких войск под Москвой. Мы можем узнать правду собственными глазами.